Сотрудники Звенигородского отдела полиции задержали 33-летнего уроженца одной из стран Южной Африки, подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр. Мужчина расплатился ими в двух магазинах микрорайона Супонева. Продавцы распознали фальшивки уже после ухода покупателя и вызвали полицию. Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники установили и задержали подозреваемого в совершении преступлений. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.